Да. Hello. Ребята. Так, все, мы зашли. Милана. Так. Минуточку, дорогие, минуточку. Это телефон, да? Миланочка? Милан, ты здесь? Да, там зависла. Hello, hello. Что случилось? Что случилось? Как и все в этой жизни, чего мы боимся, это и случилось. Эфир оборвался. Куда пропала, скажи мне? Разрядился телефон, называется. Ну что ж, хотя бы этот эфир мы сохраним. Просто хотелось... Слушай, а нужно или нет? Понимаешь, вот в чем дело. Ну хотя бы как IGTV можно сохранить. Где твой нос красивый? Подожди. Наши... Это что было? Где нос твой? Да. Это что? Откуда? Я обожаю это. Это фильтр. Я просто, я вчера с ума сошла от смеха, когда это, я... Это где? В Инстаграме? Да, я тебе спину побалую, что на досуге. Как... Эфир длился полтора часа, в котором мы разобрали все числа сознания, вектор эго каждого человека, от чего он наслаждается, разрушается, что ему делать, чтобы избегать негативных вибраций, да, в своей жизни, как крутить эти ключи, выходить в плюсы. Я вам рассказала, что 24 мая я начну марафон на 3 дня стоимостью 3000 рублей для всех, кто хочет разобраться в себе и знать, как зарабатывать. Которых нет, чтобы вам жизнь была в паруса. И узнать ваше предназначение в этой жизни, чтобы вы были счастливыми, гармоничными и осознанными. Так что по поводу марафона пишите мне в директ. Если не вижу в директ, пишите комментарий под постом, я вам отвечу. Мамой клянусь. Что тебе не нравится? В смысле? Мне очень все нравится. Я тоже считаю, что прекрасно. Зато естественное. Скажи, подожди, это армянский нос или грузинский нос? Это хобот. Он даже гнется. Он ложится, когда ты на пол ложишь. Сама ирония наша все просто. Моя миланка. Я повеселилась от души, я хочу сказать. Просто гиперактивная, ты понимаешь? Гиперактивная. Ну, а чё, офигели, живем один раз. Не знаю, отосплюсь на том свете. Хочу жить здесь и сейчас. Ну что, мы с вами прощаемся. Спасибо большое, Сидико, что ты меня пригласила к себе в эфир. Я надеюсь, те подписчицы, которые успели о себе послушать и узнать, спасибо, побывать тебе в этом эфире, который мы торжественно профукали, чтобы сохранить, немного о себе узнали. Если хотят больше, приходите на марафон. Ну все, я спасибо. Пошла. Сохраняй эфир. Нам так хорошо, ты не представляешь. А дышаться, у меня же радикуль, у меня сегодня 3 консультации. Мне просто надо... У меня нету цифры 7 в матрице, мне энергия у меня истощается, мне надо... Ну, плюс я еще сняла корсет уже, понимаешь, я уже должна вот так дышать. И сейчас... Так, мальчика, закрываем глаза, мальчик. Нет, я сейчас вот так, подожди, уж не совсем тебе ничего, я не сошла. Чего ты там? Подожди. А, Фрео, я тебе это уже в приватной обстановке изображу. Хорошо, хорошо, хорошо. Мальчик, закрываем глаза. Да, все, так они закрыли. Спасибо вам. Кстати, достаточно много людей. У нас сначала 600 человек было, потом 400, 500. Поэтому спасибо за эфир.
Вам все показали, все рассказали, так что welcome к моей... Все показали, Все показали, все рассказали. Индивидуальные вопросы к нашей... Милана Тарва, я даже не знаю, вот я пишу торжественно свой Инстаграм, если вы не умеете его, да, я не знаю, вообще он у них отображается или нет. Милана Тарва. Вот, и много-много-много фиолетовых сердечек, потому что фиолетовый — это цвет одухотворенности. Вот это я. Все, добавляйте. Да-да-да. Звоните, пишите. Она все ваши секреты скажет. Там вам же расскажу. Да. Я рассказала. Дорогие мои, спасибо большое. До встречи. Милан, я думаю, что нам надо почаще, нет? Соответственно, повторим. Повторим. Все, целую. Пока-пока. Подожди, сейчас наберу тебя, научу сохранять эфир. Я выхожу, стой. Мне что делать? Упс. Она сохраняет сейчас. Я думаю, сохранять уже не нужно, потому что мы не успели ни о чем говорить. Дорогие.